Твери продолжается работа комиссии по приемке объектов, благоустроенных в рамках программы поддержки местных инициатив. Так, на территории 36-й школы завершено строительство многофункциональной спортивной площадки. Подробности расскажем в нашем сюжете. Летние каникулы школьные друзья Саша, Арсений и Сергей планируют проводить на новой спортивной площадке. Раньше играли в футбол на построенном в прошлом году поле, а теперь можно совершенствовать свое мастерство и в других видах спорта. Мы в каникулы сюда приходим играть на футбольное поле. Раньше здесь не было его, а сейчас вот можно приходить и играть. А теперь еще можно будет приходить и играть в баскетбол и волейбол. Да, изменилось, в принципе, очень сильно. Теперь вообще прекрасная волейбольная площадка есть, в принципе, баскетбольная, вообще бомба. Участники приемочной комиссии проверяют соответствие выполненных работ проектной документации. На спортивной площадке уложено покрытие из резиновой крошки, установлены баскетбольные кольца, сетка для игры в волейбол, по периметру смонтировано освещение. Уже с начала учебного года у нас будет возможность проводить занятия физической культуры здесь, праздников. И рассчитываем на открытие в начале сентября этой площадки. Для всей школы, для жителей нашего микрорайона, я думаю, будет это знаменательным событием. 36-я школа стала первым общеобразовательным учреждением Твери, где в рамках программы поддержки местных инициатив установлена многофункциональная спортивная площадка. Абсолютно большинство родителей понимали, что детям нужен спорт. Он отрывает детей от виджетов, гаджетов и дает возможность расти и развиваться более спортивными, соответственно, здоровыми. По итогам приемки многофункциональная площадка была принята в эксплуатацию. Всего в этом году в городе реализуется 14 проектов программы поддержки местных инициатив.